Как говорят, охота пуще неволи. Рановато, конечно. Поехали в поля посмотреть хоть что-нибудь. Да еще и не распахано. Прогуляюсь. Ну вот кварц, жилка где-то кварцевая рядом, это ясно. Ходить-то тяжело по такому грязю. Даже поставить некуда. Так, зато удобно. Лужи рядом. Лужи везде. Надо же. Да, вот видите, кварчик тут же даже вот такая шестоватая минерализация. Что же здесь что ли пройтись? Ой. В таких сапогах тяжело, тем более. Зимняя на рыбалке. Ну вот халцедончики. Халцедончики-то тут есть, это я точно знаю. Ну вот видите, это пегматит. Пегматит. А в нем, да, это кварчик. Кварчик дымчатый. А он там вот гем бродит. А вот уже что-то насобирал. Ладно, не будем ему мешать. Цедон. Интересно вот разрезать его, что там за рисунок будет. И будет ли? Ладно. Вот этот красивый бат. С таким красненьким. Видите? Повытаивали. Ну, конечно. Раз поле не пахано, вот и ходишь по таким, по колеям, вот видно, что он кусочки кварца. Снег, снежок, а вот тут отвал. Че же, пойти клещей пособирать, что ли? Да, уже все тут. Ноги не поднимаются.
Ну вот это красиво на срезе будет. Видите? Тут и бесцветный халцедончик. И коричневый. Чего только нет. Ладно, заберем. Заберем. Нет, друзья, не время еще лазить. Все сыро. Опа. Опять засосало. Вот с таким кварцем жилу надо. С черным. Так. Пойдем на дорогу, а то останусь тут и вытащить некому. О, грязь сейчас отмоем. Вот, хорошо. Прогуляемся по твердому. Где оно твердое-то? Вы видите? Понял. Кварца тут корочка сверху, мелкозернистого, что ли? Ну, это видно, что какая-то яшма, что ли. Яшмует, во всяком случае. Тоже может быть интересен. Видите, тут цвета разные. Ну что ж, разрежем, посмотрим. Весьма интересно будет, а может и нет. Там тоже, похоже, ребятки ходят. Что это ищут? Видите, как бывает. Дымчак, а сверху горный хрусталь, часть кристалла. Ну, как фантом. Интересно. Значит, здесь проходит, вероятнее всего, возможно, а может, снесло откуда-нибудь повыше.
вот. Хоть что-то, я уже думал, в Южакове вообще ничего нет. Нет, есть надо. Вот вода мутная идет здесь. Так бы посмотреть в этом месте. Горный хрусталь это, эти кварц прозрачный. Ну, это пигматит. Ну, что ты закаркала? Только что пигматит нашел, значит, каркать можно, что ли? Место, наверное, рассекретил. Ну да, да-да-да, пигматит, а эти, график этот вот, а здесь вот уже кварц появляется, кристаллы, значит здесь жилка идет, жилёха, сейчас еще дальше пройду, по канавке посмотрю. Место запоминать надо. Ну. Да, кварц пигматит.